добрый. Решаете установленную скорость? Сильно? Да, на 29 км в час. Ну что ж, оформляйте. Пожалуйста. Давайте, несите протокол. Все. Паспорт, я пока все подготовлю. Покажите, несите. Пожалуйста. Вы не верите, что у меня есть? Мы сомневаемся. Ну. Ой, это все сильно нарушил, что ли? У вас почему-то остановили? Сильно вы нарушили? Ну, остановили. Или вам надо, чтобы вы сами остановили? Может, вы устали? Может. Переверните, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Андрей. Валерьевич. Машина моя личная. Хорошо. Да не спешите. Достаньте еще водительское. Так, на машину документы. Какая необходимость у вас нарушена? Ну давайте не будем читать мораль, ладно? Не, ну, а почему бы и не почитать? Ну а есть же. Да. А какая необходимость нарушать вас? Ну хорошо, зачем я тороплюсь домой. Так вы торопитесь так, чтобы вас никто не беспокоил. Вам нравится, когда вас останавливают и начинают читать мораль? Не нравится, правда? Ну, а зачем тогда нарушать? Как вас по батюшке? А? Как вас по батюшке? Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович? Да. Ну, давайте так. Я на самом деле тороплюсь. Мы либо оформляем, либо я еду. Окей? Конечно, вы поедете. Чего вы переживаете? Ну, тогда я поехал. Можно? Я говорю, зачем нарушаете? Ой. Можете? Вам в кайф, что ли, со мной поговорить? Не понял. Вам в кайф со мной поговорить? Ну, а что с хорошим человеком не поговорить? А кто сказал, что я хороший? А кто сказал, что вы плохой? Все люди хорошие. Ну, да. Вы еще скажите, или что вы так не считаете? Все люди братья. Ну, я поеду, можно? Ну, я говорю, зачем вы нарушаете? Можете мне объяснить? Нет, это не объяснимо. Это не объяснимо. То есть вы ждете, когда вы попадете в дорожно-транспортное происшествие, да? Ну, может, жизнь чему-нибудь научит. Дай Боже, научит. До свидания.